Здарова всем, братва, спасибо всем огромное, кто с вами начал залетел, красавчик, лучшая души, сорян, початчик, что опоздал, как всегда, не специально. Вы на канале Зубов, с вами, как всегда, я, Артур. Всем желаю приятного просмотра и хорошего настроения. Конечно же, всех с наступающим Новым Годом. Фу, капец, еле-еле настроился на этот стрим, отвечаю, я сидел где-то полчаса вот так вот и думал, блин, делать его или нет. Не знаю, типа, блин, может, потому что трезвый, блин. Поэтому так долго настраивался, вообще не знал, блин. Потом, блин, подумал, ну, блин, я все-таки же, блин, хотел стрим, блин, сделать. Ну, ё-моё, блин. Надо, блин, сказал, типа, надо, блин, делать, блин. А то неправильно будет же, по факту, блин. Ну, по сути, блин. Фу, нашел какую-то музыку, ввел новогодняя музыка. Новогодняя музыка, мне какой-то трэп просто, блин. Просто выбило какой-то трэп. Фиг его знает, что это за музыка, блин. Фух. Капец, блин, я не знаю, короче, что оно, блин, вообще будет. Этот Новый год, блин, ё-моё, уже скоро, блин. Наконец-то, или не наконец-то, я не знаю, но, скорее всего, наконец-то, блин. Надо настраиваться на него, не знаю, не, вроде я сегодня проснулся, я сегодня поздно, кстати, проснулся опять. Или не поздно, подожди. А во сколько, я уже не помню. Привет, Лиска, с наступающим, спасибо тебе тоже. Чтоб хорошо там отметил и все такое. Короче, проснулся сегодня поздно. Вроде все хорошо, блин. Как только, блин, часов 7, уже все надо. Я понимаю, что надо стрим запускать, все. Все. Я не доживу до Нового года, сейчас вырубаюсь. Да, блин, оно так всегда после, перед Новым годом, блин. Оно постоянно так вырубает, как будто хочется спать, блин. Ладно, потом нормально, блин. Не, кстати, можно и проспать Новый год, конечно. Есть такая тема. Что можно его и нафиг проспать, блин. Ну, надо встретить хотя бы, и там уже можно в 12 уснуть, блин. В 12.01, вот так вот, короче, можно, в принципе, уснуть. Блин, вот это какая-то, она не... Все, дальше уже, где новогодняя музыка, не понимаю. Это какая-то уже не новогодняя пошла музыка, блин. Я встал сегодня в 12 ночи, почти сутки не сплю, поэтому и спать хочу. Не, я сегодня сначала проснулся в 11. Потом до двух не мог уснуть. Думаю, ладно, сейчас 3 часа, типа, буду вставать. Ну и как всегда, блин. Итоги до 5, короче, спал, блин. Блин, я не понимаю, почему именно вот так вот всегда. Думаю, блин, все, сейчас часик полежу и буду вставать. И засыпаю, блин. Хотя могу перед этим там лежать, там, час, два, блин, три, ё-моё, и не спать. Как только думаю, все, сейчас вот, ось чуть-чуть осталось, я буду вставать, все. Просто засыпаю, как я не знаю, блин. Какой-то бред, блин. Я уже, блин, не, ну оно нормально, типа, хотя бы состояние, типа, нормальное. Я вроде, типа, просыпаюсь вечером, я, конечно, засыпаю поздно. Я засыпаю на улице уже светло, блин, уже можно гулять, блин. Просыпаюсь хоть и вечером, но зато, блин, нету такого состояния тупого, блин. Не, ну сложно, конечно, просыпаться. Просыпаться сложно, но, блин. Зато, типа, состояние нормальное. А то я когда, типа, просыпался где-то вот так вот, ну, я засыпал где-то часов в 7 утра. Просыпался где-то в обед, вот так вот в час. Все, у меня состояние просто, я хочу постоянно спать, вот так вот, вообще просто, фу, блин, аж я не знаю, блин. Аж фу. А сейчас нормально, вот так вот вечерком просыпаюсь, это, конечно, ненормально. Вечером просыпаться, это ненормально, но, блин. Зато по состоянию нормально, блин. График просто сбит. Просто сбитый график у меня, и все, блин. Фух. Не знаю, блин. Сейчас детское шампанское себе взял, короче. Оно как лимонад, по факту, блин. А интересно, бутылка с детского шампанского тоже так стреляет, как с настоящего, блин. Интересно узнать, блин. Просто интересно, я не знаю, блин. Потому что без шампанского Новый год не Новый год, как говорится, блин, ё-моё. Фух. Это сильно, блин. Не знаю, как он пройдет, блин. И не знаю, когда у меня следующий стрим вообще будет, блин. Но в следующем году точно стрим будет. Это 100%, в следующем году стрим будет. А вот когда... Вот этого я уже не знаю. Самое главное, что он будет в следующем году, блин. А какого месяца только, не знаю. Может быть, в апреле, блин. Под день рождения запущу все, блин. Шутка, конечно. Просто в январе я, наверное, типа, просто буду стримить мало. Скорее всего, буду мало просто стримить в январе. Потому что, блин, много это, блин.
много-много всяких этих вот этих, короче, праздников, там вот это все, там, ну, короче. Я думаю, не, ну, я думаю, типа, числа до 10 я, ну, минимум один стрим по-любому сделаю. Потом, после 10 до 15 точно не делаю. Ну, в принципе, типа, в числах 20-х, может, уже стримы, типа, пойдут нормально. В принципе. В принципе. Так. Шо, блин, я не знаю, блин, нету смысла сейчас детское шампанское открывать, я думаю. Никого на стриме, блин, нету. Так. Чего, блин? Кого, блин? Шо? Ладно, не понял. Все равно ничего не понял, блин, это не для меня, блин. Так, все, уже в запой ушли. Это да, наверное, блин. Походу, да, блин. Да ладно, я все равно, типа, ненадолго запустился. Все равно, в любом случае, сейчас детское шампанское открою, блин. Чисто так, блин. Просто так, чисто убить время. Я уже тоже сейчас бы не гоню. Все, уже напилась, блин. Чисто так, просто убить этот час и все, чтобы он быстро пролетел, блин. И все, блин. А там будет видно, блин. Чикс. Так, еще нет. Ну начинается, да, уже. Бутылки уже открываются, блин, с детским шампанским. Да, детская шампанская тема, конечно. Не, честно скажу, я сегодня чуть-чуть прям шампанского выпил, но оно вообще типа ни о чем. Вообще прям чуть-чуть, ну вообще типа, ну. Ни в одном глазу, блин, ё-моё. Надо было вообще перед стримом нормально, короче, выпить. Я детское шампанское пил, сразу говорю. Детское шампанское. Просто для меня детское шампанское это, ну, здорово кинуть. Для меня детское шампанское это капец, оно, блин, ну это сильно просто, понимаете? Оно сильно, типа, прёт меня. Потому что детское шампанское, оно для того есть детское шампанское, понимаете? Ну чуть-чуть, я говорю, типа, вообще. Ну блин, ну что, ну, типа, блин, я шо взрослый, чи шо, нет. Мне нельзя взрослое шампанское пить. Все такие пьяные, что на стриме, да вот именно, все походу в запой пошли. Да ладно, типа, я и не рассчитывал, что у нас тут будет очень много народа, типа. Но я понимаю, типа. Я говорю, запустил чисто там, кому тоже скучно, вот тут зашли, пообщались, ё-моё. Все равно жрёт, типа, стрим недолгий будет. А, ну понятно, это да, это сильно уже близко, блин. Это уже сильно. Так, ну шо, получается, с Новым годом. Да ну пока с наступающим, понял, а потом уже с Новым годом. Сейчас, может, зайдут, я это, детское шампанское открою, блин, выпьем, блин. Поздравлю вас и пойду я спать. Здорово, Александр. Я говорю, типа, ненадолго, типа, блин, ё-моё. Я ж ненадолго. Прошлый, кстати, стрим блин, у меня где-то часа 3, да, он ушел, по-моему, блин. Новогодний стрим. Этот, ну, часик буквально, потому что я понимаю, типа, блин. Да, Александр, блин, было 24 плюс 10 еще. Не, если вернее, плюс 10, 111 вчера, во, блин. Че так много вышло, блин, ну вспомни, что сколько это было, 24. Было 124. И этот, было 24 в топ-донатах. Ты вчера закинул 7, плюс 3 и плюс 111. Ну, добавляй, считай, сколько. Могу уменьшить, если надо, Александр. Если не нравится, могу меньшую сумму поставить. Какая тебе больше нравится? Так, вот я кофту новую. Ну, типа того. Типа она, ну, типа, новая, да, ну, я его просто редко одеваю. Так, увеличь лучше, блин, на шо, где-то на тысяч сто тогда, типа, чисто, блин. Да ты и так говоришь, что много вышло, блин, ё-моё. Да ты сам, ну, типа, ты сам помнил, говорил, типа, что до Нового года я просто добью. Типа, добью, а ты взял и перебил, короче. С наступающим, Кинг, да, всех с наступающим, блин, ё-моё, блин.
Первый раз перейдется в том же... Нет, не в том же самом. Ты просто на всех стримах моих не было. У меня, помню, неделя подряд вообще разные типа футболки были, блин. Тебя просто тогда не было еще на канале. Так что не рассказывай мне. Так что давай не это, блин. Не это, блин, ну ё-моё, блин. Так, всем, короче, это, да, чат, блин, ё-моё. Шо, я не знаю, типа, может быть, рано детское шампанское открывать, я думаю, пока, блин. Вот сейчас, если будет 7 человек на стриме, отвечаю, всё вскрываю, блин. Как же тухо, это ты у кого спрашиваешь? А, у Кати, точно. Все, 7 человек, я говорю, все, я вскрываю, блин. Отвечаю, блин, ё-моё, не спи, я кто, или кто, не понял, кто спит? Не понял меня. Вены, шо? Кого, блин, не понял меня. Все, говорю, все, 7 человек сейчас будут на стриме, сейчас пока 5. Только 7, все, детское шампанское открываю, блин. Потому что под него будет, ты спишь, я-то не, я не сплю, блин, просто это. Вот это понял, оно всегда перед Новым годом, вот так вот этот момент ожидания, понял. И шо? Ты шо, пьяный, никогда не надо на мне такое, блин, Александр. Какие эти, осуждаю такое, блин. Решал, вышел на связь, да фиг его знает, да ну что, что-то с ним, не знаю, что с ним, с этим решал, и короче. Что-то не нарешал он в этом году, блин. Я ему написал там привет, вся фигня, блин. А там я не знаю, что. Короче, это, блин. Да блин, ё-моё, это. Просто вот это постоянно перед Новым годом, это ожидание, типа, как будто хочется спать. Но ты понимаешь, что если ты ляжешь спать нафиг, то все. То все, ты уже, блин, ну, типа, ты не уснешь. Или ты нафиг уснешь и проснешься утром. Такое тоже может быть, потому что Новый год это такая тема. Его либо можно не доспать, либо его можно вообще проспать, блин. Вай, блин. Ой, блин, капец, вчера стрим, блин, 9 часов ушел. Ё-моё, 9 часов, блин, это я запустил просто один дома посмотреть. Один дома. Просто, один нафиг дома, блин. 9 часов, блин. Новый год, новая жизнь, согласен? Что-то, да, надо потихонечку по-новому, что-то новенького по-любому добавлять в своей жизни, 100%, блин. Планы, да, типа цели обязательно. Новые желания какие-то, короче. И надо всего добиваться, блин. Всего-всего, потому что, блин, этот год, конечно, да, он такой, блин. Короче, не дождусь я, походу, блин. Не дождусь я, короче, 7 онлайна, блин. Я понимаю, люди, блин, пьяные уже, блин. Это их тоже понять можно, блин. Кому сейчас, типа, до стримов, блин? Все уже, блин, под елкой рыгают, ой, пьют, блин. Поэтому кому шо там, я не знаю, блин. Какие там эти, блин. Ну, мы обязательно выпьем с вами детского шампанского, блин. Я сегодня чуть-чуть буквально, говорю, оно мне даже не этот, ни в одну глазу даже не вставило, блин. Чуть-чуть проглючило, как будто этот. Что-то FPS потерялся, блин, чуть-чуть. Так, я Катину плойку буду добиваться, блин. А Катю когда ты будешь добиваться? Что-то будем смотреть или нет? Просто общение, контузик. Сегодня стрим буквально на час максимум. На час я запустился, типа, нет, да ну зачем оно надо, типа, в Новый год? Кому это будет интересно какой-то фильм смотреть? Ну, типа, мы после Нового года лучше «Один дома два» еще посмотрим. Как, ну, типа, смысл, типа, ну какой, типа, кому это, типа, надо, блин? Да, было бы классно, типа, вообще в 12 бы часов сделать стрим. Было бы, конечно, прикольно, но, блин. Так. Да не знаю, блин, мне вообще хорошо слышно, что я микрофон, как вчера у меня остался, так и его, типа, ну, по громкости, так он мне и остался. Блин, было серьезно, блин. Да не, я говорю, может, что-то придумаем еще. Я еще, типа, за днюху канала должен такой стрим сделать. А потом плюс еще Новый год, блин. Потом плюс еще праздники. Мне кажется, что это все можно совместить и на YouTube хороший стрим сделать. Давай, Александр. Окей, много не пей, да? Как получится, там уже не я буду решать, там уже будет организм решать, понял меня? Короче, это, блин. Все будет, когда будет. Все будет, когда придет все, что надо. Вот так вот, блин. Ну, блин. Я не знаю. Короче, блин, все. Я сейчас буду вскрывать шампанское, блин. Ё-моё, все потерялись, блин. Сейчас музыка все равно закончится, блин. Капец, вот это разве новогодняя музыка?
А, ну сейчас же это новогоднее. Сейчас что-то новогоднее должно быть. Все? Ой. Ну блин, трэп это такая себе музыка на самом деле, блин. Мне кажется, понк поинтереснее будет. Чикс. На Новый год разве много вообще пьют, блин? На день рождения много пьют, блин, а вот на Новый год не, блин, нельзя, блин. Новый год такая тема, блин, а что реально, блин. Как говорится, как ты его встретишь, так ты его проведешь, блин. Потому что если ты его пьяным встретишь, это будет сильно. Так. Так. А ну, сейчас, секунд. Секунд, очку. Что? Блин, а где эта тема? Где она, эта тема, я забыл. Так, сейчас, секунду, блин. Короче, я потерялся, ё-моё, блин. Блин, а где оно всё это? Ладно, потом, короче, найду, ну его нафиг, блин. Я отвечаю, я вообще не пойму, блин. Так, шо, блин, короче, всё, нету никого. Будем пить. Будем открывать детское шампанское. Главное, чтобы оно мне в голову не отлетело, блин. Потому что детское шампанское это тоже сильная тема, блин. Фух. Я еще, блин, вчера после стрима, блин, на 9 часов стрим шел, я еще даже не это, блин. Я после него, типа, не хавал, блин, даже. Я думаю, типа, оставлю место лучше этот. Оставлю место на Новый год, блин. А мне кажется, наоборот, этим только хуже. Наоборот, оно потом лезть не будет. Потому что, когда ты, типа, не жрёшь какое-то время, тебе потом вообще не хочется есть, блин. У меня так 3 дня, я, блин, было, блин. Я один день не поел, все, блин. И остальные 2 дня даже не хотелось, блин. Фух. Так, в 10 часов смотрели один... Нет, мы еще этот... Мы потом еще пошли ужастик смотреть. А потом, типа, этот... Как его? Говорят, типа, о, давай этот и вторую часть этого фильма посмотрим. Я такой думаю, блин, ну давай, реально закроем сразу же этот фильм, блин. И все, если еще, типа, еще, короче, 2 части ужастиков смотрели, блин. Вот так вот и получилось на 9 часов. Потом еще, блин, часа полтора обсуждали только, блин. Часа полтора потом мы еще типа фильм обсуждали. Он же типа закончился, его всего 2 части этого фильма. Еще сидели, обсуждали, типа, что там, как оно закончилось, как его вот это все понять, блин. Короче, вот так вот и получилось, блин. Вообще стрим должен был идти 8 часов. 7-8 часов. Но просто вот эти обсуждения слишком, типа, зашли далеко, блин, как говорится. Слишком далеко, потому что мы не могли понять смысл сюжета. У кого-то свои всегда, типа, это... Тот думает так, тот думает так, короче, и вот так вот, ё-моё. Но в итоге вроде бы как все поняли, все вроде бы решили. Вроде бы как все, ну, типа, решили, не знаю. Все равно, типа, просто фильм сам по себе завязка такая, типа, блин, была. Его надо, чтобы понять, его надо несколько раз пересматривать. И обязательно с первой по вторую часть, чтобы хоть что-то понять. Понять, блин. Понять. Что за слово понять? Скоро буду проводить старый год, блин. Так и ты, получается, сейчас уже провожаешь, не? Сейчас же провожаю старый Новый год? Или когда, блин, я не помню. Когда вообще провожают? Я не помню. Блин, какой-то, по-моему, день типа есть, да? По-моему, старый Новый год провожают. Блин, я честно не помню. По-моему, типа, уже после, да, вот, ну, уже после, ну, типа, ну, когда Новый год уже, по-моему, там старый Новый год провожают. Вроде. Хотя бы, ну, по сути, лучше, ну, как по-правильному сейчас, типа, провожают. Ну, типа, вот этот год. Его ж надо провожать, блин. В ночь с 13 на 14 января, ё-моё, так там уже. А что там провожать его-то, блин? Если старый год уже прошел, что там его провожать-то, блин? Не понимаю, блин. Не понимаю я, блин. Я не понимаю, блин. Я всегда что-то не понимаю, блин. Вечно что-то не понимаю.
Не знаю, тоже не знаю, не понимаю, как оно так все было. Потому что сейчас, сейчас уже получается, сейчас уже старый год получаю, потому что... Потому что сейчас, ну, через пару, там, через несколько часов уже новый, значит, это старый. Значит, мы должны провожать. Либо сейчас должны провожать, либо сразу первого часа мы должны провожать. Как оно так получается именно с 13-го? А, это же с 13-го на 14 еще посевание, ё-моё, точно. Это еще люди посевают, ходят. Нормальная тема. Так, сейчас буду провожать. Ты там немного не пей. Мне осталось сейчас потерпеть, но походу сейчас уже себя провожу в сон. Час. А, это у тебя сейчас часов сколько? 11, да, наверное, у тебя. Ё-моё, тебе Новый год, ё-моё, быстрее настанет, чем у меня. 14 же, ну типа, да, 14 ходят, посевают. С 13 на 14, по-моему, блин, по-моему. Или с 14 на 15. Ну вот прикинь, а мне еще 3 часа до Нового года, блин. 3 часа. Получается. Вот так вот, значит, у меня больше времени, чтобы это, блин. Чтоб его не встретить, блин. Реально. Можно, типа, короче, тебе чуть-чуть осталось потерпеть, а мне дофига, блин. Поэтому я могу вообще уснуть. Тебе можно уже там часик как-то протерпеть, а вот мне уже все, блин. Мне уже нельзя терпеть, мне уже надо идти спать. Я уже не помню. Ты тоже, блин, когда я последний раз, блин, в школе посевал, блин. Тоже не помню, какие там, блин. Какие там дни вообще, типа, эти посевания, блин. Эти посевания. Но в какие-то дни-то есть, блин, ё-мо. Фу, мне сейчас вот это вот детское шампанское открывать страшно будет, на самом деле, блин. Это страшно, блин. Я не знаю почему, блин, оно по факту не страшно, блин, но как-то непонятно, блин. Такое чувство, как будто сейчас вместе с пробкой взлечу, блин. Не, ну детское шампанское еще хуже стреляет, чем этот, чем настоящий, ну, чем взрослые, вот так вот. И так как шарики, знаешь, наддуваешь, и всегда боишься, что сейчас лопнет меня перед лицом, блин. Вот это так же самое с шампанским. Нормально, блин. Так, я и так с Игорем должна была отмечать, а он спал лег, теперь вообще одна сейчас напьюсь с горя, блин. Это проснется, разбуди его, блин. А, уже надо будить, получается. И за 5 минут до Нового года разбуди его, блин. О, блин. Нифига себе, сейчас звук в музыке жесткий, алё, блин. Фу, нафиг такой звук. Короче, ладно, блин. Полчасика осталось, блин. Так. Не реклама, бро. Как всегда, блин, не рекламируем ничего, блин. Нам за это не платят. На два человека, блин. Реклама, блин. Сейчас это, блин. Да где ты там, блин? Это детское шампанское, сразу, блин, а если оно сейчас уже будет стрелять? Вместе с железкой, как... Так, мне грустно, почему? Это детское, сразу говорю. Смешно, не смешно, но я уже начал напиваться, а не надо. Рано еще. Да ё-моё, давай уже. Чё ты шо, а прикинь, она сейчас... Блин, походу сильно сейчас стрельнет. А, нет, чё, блин, а ё-моё, оно так открывалось жестко. Я думал, сейчас фиганёт, как я не знаю, как не в себя, блин. Блин, какой-то понял, ну, не знаю, что за вкус у этого детского шампанского. Ну, такой сладкий типа, блин. Короче, это. Какой-то, короче, вообще. Ну, детский. Ну, блин, для детей же, ё-моё. Всё-таки ж для детей. Не для взрослых. Детское, видите, это, ну, даже, смотри, даже, типа, ничего нету. Ну, это обычный лимонад. Я, кстати, реально почему-то раньше думал, что детское шампанское это что-то такое особенное. Это, по факту, обычный лимонад. Шо толку я вот этого не понимаю, блин. Да нет, это фигня, это детское шампанское, блин. Просто бокал красивый, блин, и все.
Для детского шампанского, ё-моё. Уа! Сейчас пойдет, блин. Сейчас детское шампанское, блин, принесется, так сказать, блин. И начнем мы там уже и поздравлять, и прощаться, блин, с вами, ё-моё. Потому что мы в этом году с вами больше уже не встретимся, чат, блин. Как-то так. Этот год, все, чат, я пропадаю. Все. Самая скрытная. Это детское шампанское, но даже вкус такой, знаешь, как будто какой-то там апельсиновый такое, типа, ну, что-то такое, да. Да, в следующем году, чат, увидимся, получается. А музыка закончилась. Ну, нормально, блин. Так, ладно. Пускай же что-нибудь играет, блин. Уже пофиг, что там будет сейчас играть, короче, блин. Детское шампанское — это тема, блин. Вообще, понял, какой-то это, вкус понял, какой-то там апельсин, не апельсинки, даже не могу понять, что за вкус, ну, блин, лимонад обычный, контузик, с какого города, с какого ты города, кстати, в натуре, блин, а с как, откуда ты, я и не спрашивал даже, блин. Так. Где-то, я думаю, без... Я думаю, короче, сейчас начнем уже прощаться. Ну, блин, такое чувство, как будто только стрим, блин, запустил. Знаете, типа, оно этот... Та с города какого, блин, на контузик? Понятно, что ты с Украины, а город какой? Это... Как его? Для меня просто вот это вот сейчас время, это для меня просто Винница. А, понял. Для меня вот это вот время... Вот час, допустим, это просто я запускаю стрим. Поэтому мне как-то, знаешь, я и понимание такое, что я сейчас его буду уже заканчивать. И типа, ну блин, непонятно, блин, короче. О! Давай, блин, ё-моё. Сейчас где-то это. Час минут 10 и начнем прощаться, короче. Я даже не знаю, что говорить, честно. Честно, даже не знаю. Я вот, ну, блин. Не знаю, короче. Даже не знаю, что на Новый год это говорить, блин. Вообще просто. Ну, буду, короче, говорить что-нибудь, блин. Я надеюсь, вы меня поймете. Я в ноябре день рождения праздновал. И что? И как тебе Днепр, блин, на контузе? Чикс. Рассказывай. Я в Виннице не был, не знаю. Поэтому, типа, не знаю. Так, отлично. Вот так. Вот так, а вот. Блин, а интересно, с каким вкусом это дед? Я даже не посмотрел, с каким вкусом это детское шампанское. Ну, прикольно. Лучше, чем я прошлое пил. О, блин. Большой город. Да. Ночью гулять классно. Блин, красиво, конечно, блин. Когда по набережной идешь, конечно, красиво, блин. О. Чики-бомбони, чики в айфоне, блин. Блин, надо было, наверное, как... Ну, типа, надо было брать это, реальное, походу, шампанское. Что-то детское вообще не вставляет, нифига, блин. Кому вообще, да, для кого это детское вообще шампанское придумали, блин? Вообще не понимаю, блин. Зачем его придумали? Я не знаю, блин. Я не знаю. Так и обычно так быстро не ставят, блин. Я, кстати... Чекал инфу в интернете по-научному. Алкоголь. Типа, чтобы человеку ударило в голову, надо, да, чтобы прошло, типа, 6 минут. То есть проходит 6 минут, и тогда, типа, человек готовый. Ну, типа, блин, ты понял, короче. Блин, а сколько ты мне говорил, контузик, тебе лет? Я не помню. Ты мне на стриме говорил.
Так, надо ручку, а потом шампанское, а потом буду... Блин, рыгать, да. Рыгать это такое дело. 22? Нифига себе, блин. Неплохо, блин. Ну, 22. Не 54, блин. Так. Что я хотел чекнуть? Что-то хотел чекнуть, но что, я не помню. А ничего не хотел чекнуть. Что тут можно сегодня чекать вообще? Не понимаю, блин. Вот мне интересно, вот следующий стрим, когда уже в новом году. В следующем году мне интересно, как я запущу стрим, как он будет, блин. Я хочу сейчас максимально, типа, перезагрузиться. Максимально, типа, перезагрузиться и как-то запустить стрим, чтобы вообще, типа, прям офигенно, блин. Прям вообще так, что-то, ну. Ну, потому что, блин, надо. Новый год надо быть тоже новым, блин. То, что я там поменяюсь, нет, я по себе, я вообще, не то, что по себе, я вообще по всем знаю, что люди не меняются. Поэтому, блин, просто надо быть новым. Меняться-то люди не меняются, но надо быть новым. Каждый год надо что-то новое, типа, превзносить в себя. Ну, короче, вы поняли. Шо у тебя там вежливо уже опять случилось? Ну, ё-моё, бля. Шо опять, блин? Опять до туалета не добежал, блин. Ну, ё-моё, блин. Говорил же, памперсы носи, блин. Нет, блин. Мне не надо, я успею, блин. Ага, вот ты успел, блин, ё-моё. Так. А, блин. Ну шо, блин, ё-моё, блин. Шо. Так шо, а ну, кстати, давайте это... Я забыл, я тупой. Давайте посмотрим итоги. Кто у меня самый активный зритель на канале? Как я мог это забыть, дурак? Давайте, чат, смотрим. В натуре, блин. Я же хотел это как раз и сделать. Ну тупой, блин. Так. Я, кстати, не смотрел, я не знаю. То есть я, ну, именно сегодня не смотрел, то есть все. Ни вчера, ни позавчера не смотрел. Я не знаю, кто сейчас самый активный зритель у нас. Ну, показывает, что у меня фолловеров должно быть больше, чем 150. Где они, я не знаю. Так, что? Да каким образом-то? Блин, надо будет тут вебку выключать. Чат. А ну, если я сейчас группу прям выключу? О, все пропадает. Чат. Готовый? Я не верю, типа, я вот эту фигню не верю. Я вот эту фигню, типа, не верю, что сейчас тут показывается. Отвечай, не верю. Не верю. Она не может быть на первом месте. Чат, готовый? Готовый, блин? Я потом, после 12 часов, зайду, хотя, блин, не, я лучше, наверное, этот заскриню. Не, я этот заскриню, скорее всего. Давай, погнали, смотрим чат. Так, а столба, проводка, из массы снято. Вот, короче, телекроутер. Тут фильтр. На хороший у тебя, наверное, Новый год, да, будет? Чат, погнали. Открываю. Я не верю, типа, что... вот этот человек на первом месте. Вообще не верю. Потому что это ее другой аккаунт вообще. Она не может быть на первом месте. Погнали, чат. Открываю. Короче, Настюшка каким-то образом у нас на первом месте. Этот аккаунт, она меня с него не смотрит уже месяца два, наверное. Ну, полтора месяца, вот так вот. Дальше. Идет так же само аккаунт, который неактивный. Он идет на втором месте. Дальше. Лиска сосиска, ну, в это я верю. Кинг, ну, не особо, но верю. Александр, ну, блин, залетает каждый стрим, там, может, ненадолго. Дарья. Ну, она, типа, с самого начала, там, она, ну, это можно понять. Решала, да, решала, сейчас активен. И опять Лукина, блин, ну, тут я поверю, да. Девал, ну, Девал тоже очень редкий, максимально. Ну, вот это я не верю, вот эти два аккаунта я не верю, потому что этот, вот этой, ну, типа, у нее уже этого аккаунта нету. У Вежливого вот этого аккаунта уже нету. Дальше, все, вот это все. Все, вот эти все, блин. Достижения, типа, ну вот, новые фолловеры, новые подписки, блин, видишь, ну 152, блин. Какого фига у меня, типа, ну, 147.
Я вот это не понимаю. Потрачено баллов канала 2-2, осуждаю. Так, достижение, теперь вы компаньон, тупица какая-то, вот это вот, видите? Самый популярный клип у меня это от Дарьи, типа, сказал, что будет этот воздушный поцелуй. Типа, что будут изменения, это клип. Ну, это я, эти смайлики, типа, самый популярный вот этот смайлик у нас. Любимые теги, типа, Эвилон, общение, реакция. Эвилон, причем тут, не знаю. Ну, и любимые игры наши, это вот, которые я играю. Counter-Strike каким-то образом на первом месте. Farlight каким-то, тем более, образом на втором. Дальше идет общение на третьем месте. Потом Фортик, ДБД. Странно. Как Farlight 2, я тоже не понимаю. Ну, CS:GO ладно еще, но все равно тоже не уверен. Мне кажется, Фортик должен быть на первом месте, скорее всего. А, либо общение, либо Фортик. Вот, 59 тысяч сообщений у нас в чате. Как-то так. Типа, максимально у нас 29 зрителей было. Часового просмотра 1116. Район трансляции 51 трансляция, у нас категории 5, хотя вообще их 6. Клипы 47. Ну и все. В принципе, тут больше ничего такого нету. То есть, ну, кстати, 1116 часов, мне, ну, это нормально, потому что я, по-моему, на YouTube даже за такой период столько не набил. Я помню, мне надо было для партнерки, мне надо было 4000 набивать часов, понял? 4000 надо было набивать часов. Ну, я набивал, наверное, год где-то их. А тут я за 2-3 месяца уже 1000 набил. Хотя, подожди. Не, ну, оно уже... Тут, блин, подожди, в принципе, на то и выходит у меня. Хотя, не, одинаково, наверное. Хотя, ну, подожди, ну, сравнять у меня онлайн, который был на YouTube, когда под Free Fire, блин, и который сейчас. Я думаю, что, типа, как-то даже на Twitch быстрее набирают. Twitch быстрее набирает, потому что их уже больше. Тут вот эти типа часы не обновляются. Сколько часов просмотров, они не обновляются. Там 20 декабря как оно было, так и осталось. Все, как было 20 декабря, так и осталось. Вот так вот. То есть это не одно, сейчас там может уже и 2к часов может быть. Как-то так. И 51 трансляция у меня уже больше. У меня уже больше 50. Ну короче, вот это не обновляется. Единственное, типа обновляются только самые активные зрители. Это вот, ну, типа, вот они обновляются. Просто сейчас чекайте чат. А ну, для прикола. Я обновил. Я просто обновляю, смотрите. Теперь Лукинг на первом месте, решала на втором, Девал на третьем. Опять Лукинг, Кинг, Дарья. Ну, кстати, Дарья свое место не потеряла. Лиска почти на последнем вообще, типа, Александр на последнем, Настюшка. Вот эта, которая была первая, сейчас на последнем месте. Может быть, знаете, как оно? Подожди, я понял, как это все работает. Смотри, как оно все работает, чат. Это какое место тут не значит. Какое место тут не считается, чат. Это прям берет за все время, сколько меня смотрело. То есть эти люди просто, что именно типа те, кто меня больше всего смотрел. Это не считается, кто на каком месте. Это просто те люди, которые за все это время меня больше всего смотрел. Вот так вот. Потому что каждый раз, как я обновляю, люди одни и те же. Только они просто местами меняются. Вы поняли, как это работает? Это нету такого, что там первое, второе место. Нет. Это типа те люди, кто больше меня всего смотрел за этот вот. Угу. То есть тут не важно, кто на первом, на втором месте, не. Это тут не важно. Смотри, теперь Лиска-сосиска. Теперь Лиска-сосиска на первом месте. Потом дальше Вежливый с аккаунта, с которого меня не смотрят. Александр. Настя опять. Дарья, Девал. Видишь, опять те же самые люди. Нет, такого посмотреть нельзя. Сколько там кто смотрел? Это жестко. Может быть, у вас можно как-то, я не знаю. Я не могу. Ну тут ничего, видишь, это не кликабельные. И короче, видишь, оно просто меняется местами. Оно просто, типа, это просто, это тут нету такого, кто первый, второй, третье место. Нет, чат, это просто, типа, людям. Их, типа, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек, я так понял, да? Девять человек. Больше почему-то, я не знаю, почему, про все. Хотя нет, ну короче, все, Twitch только показывает девять человек. Все, 9 человек только показывают. Это самые активные.
Тут неважно, на каком вы месте. Тут все равно, если я обновлю, вы просто поменяетесь местами, но вы останетесь, короче, тут. Это просто самые активные зрители, все. Все, самые активные просто зрители. Вот это вот 9 человек, типа, Twitch именно их выбрал. Поэтому тут чат неважно. То есть на каком это месте, это не важно. Я только сейчас понял, блин, ё-моё, спустя, блин, на полмесяца, блин. Вот голова, блин, реально. Но прикольно, блин. Прикольно все равно, блин. Все равно прикольно. В любом случае. Так, у меня Twitch на английском. Я ничего не понимаю, потому что, ну, почему на английском? Не должно так быть. Контузит, не должно. Поменяй в настройках язык. Ну, по факту такого не должно быть. Ну, короче, это те люди, которые просто самые активные. Просто самые активные. Почему 9? Походу, у Твича любимая цифра 9, наверное. Потому что именно столько людей он отобрал. Только лишь 9. Вот, вот так вот получается, поняли вот это вот. Ну, нормально, блин. Ничего страшного, блин. Вы увидели свои имена, увидели, все. Прикольно, блин. Классно, типа, что так есть. Блин, про YouTube, итоги про YouTube говорить не буду. Там все в минус. Там все в минус, и это понятно, я там ничего не делаю. Я на YouTube за все это время, типа, там вылаживал какие-то повторы, типа, и... Ну и все. Типа, смысла от этого, типа, нету. На телефоне английский язык, поэтому и Twitch на английском. Ну, блин, не, можно, типа, выбрать. Мне кажется, настройки, типа, языка можно выбрать. То нет, там таких именно итогов нету, просто я знаю. Я там захожу, просто статистику иногда смотрю, там, ну, там все в минус. Там все в минус, но это понятное дело. Не, где-то настройка, короче, можно поменять этот контузик, по-любому. Ну, блин, это логично, то, что у меня там все в минус будет. Я там ничего, на почти 3 месяца только повторы там вылаживал стриму. Откуда там какие-то рейтинги будут, блин? Не, может быть, и там есть итоги, кстати. Но я даже их смотреть не буду, потому что на них нету смысла смотреть. Я там ничего не делал. На них нету смысла, ну, типа. Нету. Я же полностью, типа, ну, я же полностью чисто на Twitch перешел, типа. У меня на YouTube вообще ничего. Ну, не 4 кинах, но 3, скорее всего, да. 3 месяца я где-то, да. 3 месяца я где-то. 3 месяца там не стримлю. Всех. Здорово, решала, с наступающим Новым годом. Тебе тоже с наступающим Новым годом, чтоб ты... Ой, в смысле, чтоб у тебя там, понял. Ну, короче, нормально все было. Так. Я сейчас даже скажу, когда я... Сколько я на YouTube уже не стримлю? Сейчас я скажу, блин. Где у меня самый первый стрим? И в пати калаврати, блин, на широкую, Андрей. Так, блин, я перелистнул, блин. Так, самый первый стрим у меня на Твиче, это был 3 сентября. Октябрь, ноябрь, декабрь. Ну да, 3 месяца, короче. 3 месяца я его на Твиче. 3 месяца. Получается. Получается так, 3 месяца, Василий, блин, прикинь, ё-моё, блин, 3 месяца, ё-моё, уже, блин. А как оно все так быстро летит, я не понимаю, блин. Хотя я вообще должен был весной уже туда быть. Реально. Я должен был уже весной, типа, быть на Твиче. В мае. Потому что я, типа, говорил, все, после дня рождения я ухожу, типа, на Твич. В итоге прошло лето, прошла весна вся перед этим. И в итоге только осенью я пришел. Получается. Ну, блин, ну это я, это нормально. Это нормально. Просто, типа, реально очень-очень долго, типа, очень долго на Twitch прям очень долго готовился. Не знаю. Блин, прям какие-то, типа, не то что сомнения были, как, я не знаю, неуверенность, что ли, не знаю, блин. Просто как будто какая-то неуверенность у меня была.
когда я, типа, собирался сюда уходить. Не знаю. Я не знаю, как это все работает. Как это все работает? Ну, короче, это... А, блин, решала, кстати, ты зашел прям под этого. Ну, ладно, в ТХ потом посмотришь. Самых активных, типа, это, зрителей моих. Так, кстати, я узнал одну инфу, что, типа, не обязательно набирай 50 подписчиков, а ты на новом числе приходит уведомление. Не знаю, я где-то слышал, что только при 50. Не знаю. Я где-то услышал, не помню. Да и все равно в итоге, в любом случае, типа, но... Все равно, типа, чтобы какие-то первые все равно тебе зря, ну, типа, подписчики были. В любом случае. Где-то чек, но, ну, фиг его знает. Я не помню, мне кто-то даже сказал, типа, чели, который на Твиче, типа, стримил. Сказал, надо 50, типа, фолловеров. С Новым годом и спать. За тебя, Настя, с Новым годом. Спокойной ночи. Короче, это... Короче, это, да. Вот, да. Детское шампанское я пью. Я ж не пью вообще просто. Я ж спортсмен. Так по МСК еще 10 вечера. Я не знаю, сколько у нее там времени. Я не знаю, откуда. А, она из Ижевска. Я не знаю, какое там время. Может, у нее вообще уже 12 января, блин, а кто там знает, ё-моё. Фух. Все, сейчас, короче, получается, будем этот... Будем прощаться. Все, можно сказать, только стрим заключил, уже будем прощаться, чат, блин. Ну, такое, типа, блин. Я такой, типа, блин, не знаю. Я, типа, никогда там на слова, типа, ну, никогда, типа, там такой не был, типа, чтобы что-то там красиво сказать, я всегда, типа, ну... Типа, я, короче, не знаю. Все, что мог. Я просто говорю, что я очень сильно долго на этот стрим настраивался. Не знаю, почему так. Я до этого дня, типа, прям был уверен, все. Я был прям уверен, все, сейчас стрим, типа, я делаю. И срака, ну, все, понял, чисто там что-то будет. Может быть, надо было перед стримом, ну... Ну, вы поняли. А я... Нет. Так, нет, ты это... Кибер и котлета. Киберспортсмен. Киберкотлет. Просто типа, блин, я не знаю. Я как-то... Блин, я не знаю, блин. Засомневался, в общем, блин. Да и так, ну, блин, это типа нормально, чат. Ну, блин, я вам, блин, уже на протяжении всего года, типа, говорю, что, блин... Типа, что этот год прям максимально для меня, ну... Максимально тупо для меня прошел. Вообще просто, блин. И чем ближе к Новому году, тем, ну, тем еще, типа, тупее. Поэтому вот это вот так вот. Я просто сейчас, понимаете, ну, понимаю, что все, завтра уже все, ну, Новый год начинается. И просто для меня вот так вот, все облегчение, так можно сказать. Я просто сейчас выдыхаю. Не знаю, как он там начнется, этот Новый год. Не знаю, не могу знать. Может, как-то начнется. Этот год, я не знаю, блин. Я его не понимаю, этот Новый год. Вообще просто, блин. А у вас, кстати, чат, кто сейчас в чате есть, у вас как Новый год прошел? Скажите только честно, плохо либо хорошо, я пойму. Я пойму, а что мне понимать, ты дебил? Это я на себя, ну, в смысле, сказал, не на кого. Осуждаю, на всякий случай. Просто интересно узнать, как этот год у вас прошел. Можно уже сказать, прошел, по факту. Вот уже можно сказать, что он уже прошел, потому что он уже через несколько часов заканчивается. Он еще не... Да уже, можно сказать, прошел. Все, уже последний его день. Давай, сколько там в году? 365 дней, 364 дня. Как у вас эти прошло, блин, скажите мне. Просто интересно. Я вот у меня, ну, это, самый худший год. Вот, то же самое. Самый просто худший год, блин. Вот прям максимально. Хотя, блин, а вроде день кролика. Ой, день, блин. Год кролика.
Да, типа, ход кролика должно быть, типа, ну, должно, типа, какая-то, знаешь, доброта, я не знаю, кролик это же доброе, типа, животное по факту. Типа, должно как-то все быть красиво, блин. А наоборот. Сейчас вообще будет год дракона, я не представляю, типа, ну, блин. Дракон, я бы не сказал бы, что это доброе животное. Но, типа, я не знаю, как он пройдет именно четвертый год. Не знаю, блин. Вообще даже не представляю, блин. Ну, я очень сильно надеюсь на четвертый год, прям максимально. Я прям максимально надеюсь на него. Максимально на него надеюсь, потому что именно этот год для меня будет именно уже решающим. Именно четвертый год. Не знаю. Потому что после этого года я уже все. Я как будто, блин, морально я уже все, блин. Меня этот год съел просто, блин, я не знаю. Фу, просто, блин. Один негатив в этом году, блин. Если был какой-то позитив, это моменты только там. Это просто моменты. Это какие-то моменты именно в новом году. Фу, в новом году, блин, в этом году. Типа просто какие-то моменты чисто вообще, типа, ну. Ну а так, типа, в основном, типа, один негатив у меня. Постоянно что-то, блин, у нас случалось. Я помню еще, как на Ютубе, когда мы стримили, постоянно какая-то фигня обязательно. Эти чил-стримы, когда были, я там, блин. Ой, капец, короче, такое было, я тебе говорю, блин. Это было сильно. Ну я, блин, я очень надеюсь, что оно все пройдет и все будет с кайфом. Реально. Я очень сильно надеюсь. Я очень сильно это все надеюсь, потому что, блин. Я хочу, чтобы следующий год реально что-то такое новенькое. Что-то новенькое, типа позитивное принес. И чтоб мы вот так вот с вами реально сели в следующем году, вот так вот. Такие, блин. Как же сейчас классно, как же было раньше плохо, а сейчас классно, блин. Чтоб мы просто так вот подумали, блин, вообще нафиг этот прошлый год вспоминать. Вот так вот, хочется вот так вот, чтоб мы сели и просто выдохнули с кайфом. Просто с кайфом вот так вот. Просто, блин. Все, тут все выдохнули, говорит, все, блин, какой же этот год офигенный, блин, какой же прошлый год был настолько говняный, типа, просто вот, ну, блин, вот хочется вот так вот, чтобы все было. Так, уже, блин, час стрима идет. Сейчас одесского шампанского долью. Что-то на своих словах попробую сказать. Не знаю, блин. Вроде и стрим не хочется завершать, а вроде бы и пора уже. А вроде бы уже и пора, блин. Фух. Потому что, типа, я вроде говорил, что больше часа не буду стримить, блин. Я отвечаю, и все, я уже разговорился, мне уже реально выключать стрим даже не хочется. Ну надо. Я пообещал, что этот стрим будет только час. Мне кажется, пока буду базарить, мне вот этот стакан уже закончится. Короче, чат. Я даже не знаю, типа, честно, с чего начать. Вообще не понимаю, блин. Мне надо, чтоб это. Так какие бросай, ну ё-моё, 5 минут, кинг, блин. Как мне сейчас без детского шампанского рассказывать, блин? Чтоб ты всрался, блин. Чтоб ты всрался, кинг, ё-моё, блин. Короче. Да. Ладно, я все, я пошел. Короче. Блин, я реально вообще не знаю, с чего даже начать. Все, я не знаю. Так хотелось много чего рассказать. Просто, блин, ну. Очень-очень много хотелось чего рассказать. Короче, в итоге я не знаю, что на что это. Давайте, короче, перед этим. Перед поздравлением, я думаю. Я все равно буду там своими словами все говорить, ну, типа, вот такое. Я не буду там ничего, потому что я не умею красиво говорить. Короче, ну, я
Я как-то вылаживал пост в Телеграме. Я в Телеграме вылаживал пост, что типа этот, ну типа поставил себе какие-то цели на следующий год. То есть, ну именно в плане стримов у меня типа есть типа цель. Вот именно этот год для меня, почему я говорил, что он будет типа решающий, потому что этот год типа и решит вообще типа все, что я делаю. То есть у меня типа вот, ну я решил для себя. Я не буду говорить конкретно цифры, потому что я считаю, если я сейчас начну прям все вылаживать, это вообще может не сбыться. Вообще может не сбыться это все. Поэтому просто у меня, типа, я поставил себе цель в плане стримов. В плане, типа, стримов я поставил, типа, на следующий год. Это. Чтобы, ну, типа, ну, там, стабильный онлайн у меня был. То есть... Именно типа стабильный такой онлайн. Я не буду завышать какие-то типа там цифры, чтобы у меня там нифига себе нет. Ну такой более-менее типа такой приемлемый. Такой, знаешь, онлайн типа, чтобы я вот ну, смотрел углубленно все. И у меня, знаешь, так раз мотивация поднималась, у меня будет настроение, ну короче кайф, ну типа все будет прикольно. Это не завышенные цифры, поверьте, это совсем, это маленькие цифры. То, что можно сделать за год, это даже вообще, типа, понты. Я просто не хочу говорить эти цифры, возможно. Возможно, типа, я не знаю, как правильно было бы сказать или не сказать. То есть, на самом деле, я даже не знаю, как правильно было бы. Дальше. Это, естественно, плюс-минус, ну, какой-то, знаешь, типа, я, ну, чтобы у меня не то, что, типа, я не говорю, там, ну, завышенные также цены, типа, суммы, ну, то есть, ну, чтобы у меня хоть более-менее был какой-то стабильный заработок с того, что я делаю, потому что я большую часть своей жизни трачу именно на стримы. Я очень мало там где-то отдыхаю, все остальное, это очень мало. Ну, хоть какой-то, типа, чтобы у меня было, ну, типа, ну, я не говорю, типа... Какие-то там нифига себе, типа, суммы, нет. Что-то такое, типа, знаешь, что просто хватало там. Просто, чтобы чуть-чуть хватало, так сказать. И, конечно же, активный чат. Активный чат обязательно. Чтобы я всегда, типа, когда я стримлю, мне чат очень важен. Я даже во время игр, я всегда читаю чат. Даже если там какой-то негатив, я все равно прочитаю, просто не отвечу там на него. Но я все, короче, читаю. Мне, типа, чат очень важен на стриме. Также, типа, чтобы у меня был активный чат. Очень вот это вот хочу. Вот эти вот именно три цели, которые я себе поставил на стрим, ну, типа, для стримов. И поэтому надо к этому всему идти. Надо стараться что-то делать. Надо стараться что-то, типа, новое добавлять. Я не знаю, возможно, типа, какой-то, блин. Какой-то прям сильный контент. Но только, конечно, на другой площадке он будет. На этой площадке я, типа, трэш-контент делать не буду. Он, скорее всего, будет там. Ну и тем самым, конечно, я смогу аудиторию оттуда приводить сюда. Тем самым, типа, у меня может что-то получиться. Здесь, ну, блин, Twitch такая платформа, знаешь, типа, чисто почилить, классно. Ну тут прикольно, тут мне нравится атмосфера на Твиче. Не знаю, вот прям тут такая атмосфера крутая просто. Мне нравится, прям максимально. Вот прям я кайфую, когда ну, на Твиче стримлю. На Ютубе у меня такого, типа, нету. Вот вообще прям. Мне тут максимально нравится. Ну, блин, что, типа, в принципе, а что, какие еще, типа, цели? Я даже не знаю, какие еще цели можно придумать. Ну, типа, я думаю, для никого не секрет, что это главные, типа, цели для любого, наверное, стримера. Стримера, блогера, пофиг, да, ну, типа. Кто ты блогер, хоть ты там стример вообще, типа, ну. То есть, ну, у меня нету какой-то завышения. Я там не говорю, что я должен зарабатывать до миллиона, я должен там, у меня должно быть онлайн, а там 100 тысяч. Нет, конечно, нет. Чтобы у меня чат там летел, что капец. Просто я всегда вот, чтобы, да, вот, я вот, ну, запустил стрим. Запустил там стрим себе, да, допустим. Раз у меня такой там онлайн, я смотрю, блин, классно там. Раз я там, да, стрим, допустим, просто, ну, типа стрим, я вот стримлю. Раз у меня какой-то, типа, заработок есть со стрима, все. Я раз вижу, там в чате есть поугарать, там почитать в чате что-то прикольное, понял? Типа, ну просто, чтобы кайфово было сидеть и с чатом там общаться, да? Все, что еще надо мне? Я не прошу какие-то, мне не надо, типа, завышенные какие-то там, ну, все завышенное. Просто, ну, просто, чтобы какая-то, ну, знаешь, более стабильнее было. Просто, типа, потому что я, блин, я на это дело уже 4 года потратил.
Да, я на Твиче очень мало, конечно, это очень мало. Но я считаю, что именно то, что я себе поставил цель, ту цель, которую я поставил, это все, это маленькие чат, это маленькие цифры, поверьте. Я не знаю, я, может быть, вам расскажу. Но поверьте, это максимально маленькие типа цифры, которые я себе поставил, которые я хочу. Это вообще прям максимально маленькие. То есть, что по поводу онлайна, что по поводу заработка и что по поводу чата. Это максимально мало. Ну, просто это я уверен, то, что за год это если типа ты, если это твое дело, за год этого добиться можно легко. Этого можно добиться буквально за месяца три, по сути. Именно, типа, те цели, которые я себе поставил. Это максимальные, типа, это, ну... Я говорю, это, типа, ничего. Я никогда не завышаю, типа, чего-то. Я никогда, типа, не завышаю. Никогда я не завышаю там чего-то. Мне это, ну... Ну, типа, зачем? Если надо начинать с малого и потом уже постепенно. Но просто именно эту цель я хочу выполнить именно в 2024 году. Если это не выполняю, чат, я говорю, как есть, реально. Говорю, как есть. Если я вот эту цель не выполняю... то я обязательно вам на следующий Новый год я обязательно под бокал шампанского я его подниму последний раз и больше я стримы запускать здесь не буду и расскажу, естественно, какие у меня были цели, чтобы было интересно, добился ли я их или нет. Все, поэтому я всегда говорю, типа, что 24-й год для меня будет, это будет для меня год самый решающий. То есть это последний для меня год моей попытки, моего камбэка, для моего, типа, терпения, так сказать. Поэтому вот это вот так вот, чат. Я, ну, поставил себе такую цель, надо. Все, вот просто у меня есть 365 дней, чтобы сделать то, что я запланировал, все. Все. Если не выполняю, ну все. Иначе этого не достоин, типа, это не мое, и мне пора чем-то другим заниматься. Все. Потому что, чат, ну реально, блин, ну сколько можно? Я же говорю, типа, я, ну, не считаю себя сверх, там, естественным стримером, нет. Но то, что я себе поставил, те цели, которые себе поставил, это прям максимально возможно. Это максимально возможно, это даже легко, я бы сказал бы. Вот именно те цели, которые себе поставил. Поверьте, там, ну, там вообще понты. Я, ну, вообще кинг, все, я ухожу с этого дела, вообще. Все, понял, кинг, все, я ухожу, типа, я просто скажу, что, типа, стриминг это не мое, и все. Потому что я считаю, это уже будет 5 лет, как я стримлю. Следующий год, это уже будет 5 лет, как я стримлю. Я считаю, что, ну, пора уже. Просто, типа, те цифры, которые я себе поставил, я считаю, за 5 лет, там, или же за год на Твиче, за полтора года на Твиче, этого вообще спокойно добиться можно. Если же нет, значит, это не мое просто, и все. Если же нет, это просто не мое, все. Значит, я себе просто голова там что-то придумал, и все, блин. Все. Потому что я считаю, 5 лет достаточно полностью. Я считаю, типа, даже, да, смотри, хорошо. Я говорю там про Twitch. Я говорю про Twitch, подожди. Я на YouTube стримил 3,5 года. Я должен был за 3,5 года, типа, там аудиторию набрать. Ну, я набрал ее, да. Я набрал ее, ну, небольшую, но я ее набрал. Типа, они ко мне, ну, они вместе со мной перешли сюда. Но все же. А большинство аудитории, она-то со мной не осталась. Значит, тоже что-то не так. Большинство аудитории, типа, ушло, чат. И как-то я не знаю, блин. Поэтому, короче, я вот поставил себе цели. Если их не выполняю, то все, чат. Ну, блин, ну реально, не буду ни себя, ни вас, никого мучать. Ну, блин, шо еще? Вот это каждый год сидеть, жаловаться, типа, блин. Ну, кому это надо? Кому это интересно? Просто жаловаться вот это вот. Поэтому я считаю... Вот, если я не добьюсь этих целей, все. Типа, спокойной ночи. А если добиваюсь, та, ты шо? То этот, на следующий год этот бокал будет не последний, блин. Мы с вами еще что-то намутим, блин. Просто, типа, реально, ну, есть очень большие планы. Если у меня это, типа, раньше получится, чем до Нового года,
Поверьте, можно сделать такое просто. Отвечаю, просто типа накопить средств, и можно сделать такой контент нафиг. Просто какой-то, ну просто разрывной. Просто. Я не буду забегать наперед, потому что я не знаю. Я поставил себе цель. Это маленькая цель, максимально, чат. Это можно добиться, но... это, ну, блин, не то, что каждый, но, типа, кто к этому стремится, кто хочет это, кто хочет это все добиваться, поверьте, это, ну, типа, это каждый может, типа, этого добиться. Но если я и вот этого не добьюсь, то все, чат, ну, блин, ну, это не мое. Все. Ну, пришли те, кто преданные, кому было лень скачать, видите, я, к сожалению, ушли, да? Нет, типа, самые, типа, такие мои, именно мои только сюда пришли. Именно только мои сюда пришли. Тем, кому я не безразличен. Типа, это те люди, которые, типа, именно смотрят только, именно, типа, меня. А не шо я там стримлю, какую игру, шо я там делаю. Это те люди, которые именно, ну, мои, короче, вот мои люди. Вот это они. Это они пришли. А те, ну, типа, те, кто там остался, я ни в коем случае не без негатива. Это их дело, это нормально, это можно каждого понять. Это нормально. Я никого не осуждаю, я тоже всю аудиторию, которая была со мной на YouTube, им тоже успехов во всем абсолютно. Я тоже хочу, чтобы у них все было хорошо. Потому что они как бы со мной вместе, блин, поднимались, нифига себе. То есть с самого начала со мной, типа. Поэтому, ну, типа, я не могу их осуждать. Это их право просто, я не, ну, и все. Все. Поэтому, ну, чат, как-то так. Я, ну, без всякого негатива это все сказал. Просто, ну, типа, цель. Я хочу эту цель, типа, чат сделать, реально. Очень сильно хочу. Говорить, типа, полную свою цель. Ну, не знаю, есть ли смысл. Шо, чат, у меня стрим вообще идет или нет, блин? Все, типа? А у меня вообще идет стрим, чат, или нет? Что, типа, я не пойму просто. У меня типа ошибку на стриме выбивают. Я типа даже не могу свой стрим посмотреть. Все? А, все, Twitch поломался, я понял. Да, все, минус Twitch. О! А ну, чат, я тут? О, все, я тут, чат. Все окей, все пошло. Это, да не, просто я только что посмотрел, понял, у всех поломался, короче, Twitch. Все, я уже перепугался, понял, я уже испугался, думаю, типа вот так вот. Фу. Я потом пошел, зашел на другой стрим, увидел все нормально. Не, у меня только что ошибку какую-то выбивало, понял? Короче, это. Ну, короче, этот, я говорю, типа, чат, я, ну... У меня нету, короче, там какой-то завышенной, типа, какой-то завышенной цели. Честно, я вам отвечаю максимально. Поверьте мне, вот просто поверьте мне на слово. Ту цель, которую я себе поставил, это, ну, это достижимо. Вот просто поверьте мне на слово. Если нет, ну, я могу вам сказать, но если в этом смысл, мне кажется, что это не сбудется. Если я вам это скажу, это не сбудется, мне кажется. То есть это, я просто хочу, я поставил эту цель, типа, на 2024 год. Потому что мне кажется, если я прям все выложу, ну, типа, карты на стол, мне кажется, это все... Это, ну, пойдет по одному месту все. Мне почему-то кажется. Не знаю почему. Поэтому как-то так, чат.
Ну, я вам уверяю, типа, просто, чтобы вы поверили, что это реально. Это понты. Это вообще... Ничего завышенного нету. Там нету тысячных онлайнов, там нету... Там тысячи долларов, там нету, чтобы у меня чат там летел как бешеный. Нет, чат там вообще минимальный. Это даже можно сказать, это у меня уже было на YouTube. Вот эти все цифры, которые я себе загадал, это было уже на YouTube у меня. Моментами, конечно. Да что ж такое с Твичом-то, я не понимаю, почему у меня Твич этот ломается. Реально у меня Твич ломается, чат. У меня просто ошибка, прикинь. Чат, у вас нормально сейчас все? У меня ошибка. Я вот сейчас смотрю свой стрим, у меня ошибка. Капец, ничего не понимаю. Просто ошибка какая-то. Да нет, я на другие стримы тоже захожу, типа такая фигня тоже. Не, походу с Твичом что-то, чат. Походу что-то с Твичом. Да, там даже в чате пишут, что типа бред какой-то. Это Твич тупит, да. Пишет типа Твич тупит, короче. Что-то чат с Твичом, короче, максимально. Да, короче, тупит Твич, что-то тупить начал. Нормальный Новый год у Твича, походу, блин. Походу, этот, админы пошли отдыхать, ё-моё, уже. Уже пошли праздновать. Не, ну, хотя это ж Твич, это ж Америка, у них уже Новый год там начался, поэтому... Поэтому, ладно. Это простительно. Короче, ладно, чат, все. Я цели вам рассказал. Я думаю, типа, меня каждый понял. Типа, если там, ну... Блин, я не знаю. Как бы ты вот Кинг поступил бы, скажи? Ты бы сказал бы точные типа цифры? Или ты бы оставил бы их на потом? Вот прям честно скажи. Или бы ты сделал бы как я? Скажи честно, как есть. Ты бы сделал бы как я? Или бы ты, ну... Сказал бы, но... Ну, как, короче, как я сейчас вот сделал бы. Или бы ты все, прям, все карты на стол выложил бы. Вот скажи честно. Вот ты стример, смотри. Вот у тебя есть какая-то цель. Ты бы ее бы рассказал бы, типа, своим зрителям. Или бы как бы намекнул бы, но... Оставил бы это все в секрете. Дабы... Быть уверен, что это, ну, типа, не на... Ну, типа... Быть уверен, типа, что это, ну, может... Сбыться. Получиться, понял? Я об этом говорю. Все, тогда последний стакан, я же все, уже надо завершать стрим, алло. Все, надо говорить тост и идти спать, короче. Ой, спать, отдыхать. Просто, ну, я, типа, да, у меня есть цель. Я себе поставил ее, типа, говорить о ней нет, не знаю. Мне кажется, это будет тупо. Да, я что-то так подумал, типа, это будет тупо, что если я сейчас все расскажу, что я именно хочу. Реально, я же поставил, типа, себе цели эти, правильно? Типа, я должен их, типа, сделать. А когда я это сделаю, я всем тогда и расскажу. О, реально. Вот я сейчас, только сейчас мне в голову пришло. Реально. Вот я тупой. Я себе, ну, типа, просто скажешь, типа, чтобы я послал себе цели. А как я к ним приду, тогда я всем и расскажу. Реально. Ну, глупый, ладно. Все, чат. Давайте, короче. Всех вас с наступающим Новым годом. Кого-то уже с наступившим Новым годом. Может, там кто-то повторе будет смотреть как раз после Нового года, там 1 января. Чатик. Честно вам скажу, типа, вообще, ну, честно, вообще не жалею, типа, что я перешел на Twitch. Честно, не жалею. Мне нравится. Мне нравится. Типа, я кайфую. Типа, мне нравится эта площадка. Я прям, ну, классно, блин, просто. Я за 3 месяца, типа, да... Да, конечно, там есть и моя аудитория, которая с YouTube перешла, также есть аудитория, которую мы новую нашли на Твиче. Я реально каждому вам благодарен просто максимально за то, что вы есть, за то, что вы появились в моей жизни.
просто, типа, реально. Я кайфую, типа, вот именно только потому, что вот есть вы, и поэтому я и делаю это все. Если бы не вы, я бы уже давно бы... Какие там, типа, цели, какие там шо, типа, нафиг бы оно мне вообще надо было бы. Просто потому, что есть вы. Я вот, и это меня мотивирует что-то делать. Реально, максимально. Поэтому я реально благодарю вам всем. Я надеюсь, что у нас, не только у меня и у вас, а тем более у вас. Потому что, типа, ну как это будет лицемерно, если я буду себе там что-то желать. Типа, конечно же, и вам. Давайте не вам, не нам, а... Ну, то есть не вам, не мне, а именно нам. Потому что мы с вами вместе. Мы с вами, ну, типа, как одно уже все. Мы, типа, как можно сказать, семья какая-то уже, понимаешь? И поэтому я вот хочу, чтобы у нас с вами... Вот если у вас есть там какие-то цели, желания, там... Блин... Какие-то вы там что-то планируете на Новый год, типа, чтобы вот реально, типа, чтобы у вас все это в 2024 году ходу, блин, у меня язык уже заплетается, чтобы в этом году у вас все получилось, то, что вы именно хотите, чтобы это у вас все, типа, сбылось, и желания ваши, и цели, и планы, все, чтобы это у вас получилось, чтобы вы забыли этот 23-й год просто как страшный сон. Я надеюсь, что так же самое, типа, я забуду. Потому что я, ну, блин, реально, это максимально тупой год. Ненавижу это вот. Все. Просто, блин. Все, Артур, я пошла отмечать спать. И наступающим желанием, мечты, планов. Давай, Алиска, спасибо. Спасибо тебе с Новым годом. Успехов тебе там во всем, чтобы у тебя все было красиво. И все, чтобы у тебя получилось. Чтобы все сбывалось. Поэтому, чат, я желаю, просто добивайтесь своих целей. Чтобы 24-й год вам дал то, чего вы хотите. Чтобы вы добились всего. Чтобы вы просто жили, кайфовали. И мы так вот просто все, запускаем стрим. И подводим просто итоги. Все. Какой был просто 23-й год, насколько он был плохой, а насколько этот хороший. Вот реально, сколько, типа, 24-й год, вот, прям офигенный, просто максимально. Чтобы просто, типа, в 24-м году все кайфанули. Все просто. Все. Поэтому я всем вам реально желаю, чат, успеха, счастья в новом году. Просто, типа, чтобы ни врагов у вас там не было, ни каких-то, ни какого-то там негативного, ничего. Просто, чтобы вы кайфовали. Просто кайфанули от души. Правда, просто от души кайфанули и вообще, ну, не отказывали себе вообще ни в чем. Просто. Просто, блин, что, ну, просто кайфуйте, чат. Я еще раз повторяюсь, я не могу красиво говорить. Но своими словами хоть что-то пытаюсь, чат. Реально. Для меня, ну, типа, стримы с вами — это уже что-то новенькое, чат. Для меня это уже не просто стримы. Там, чтобы там... Там, типа, заработать, там, стать популярным. Нет, чат, для меня это уже, как, знаете, как уже... Неотъемлемая часть, короче, вот так вот, можно сказать, уже в жизни. Все это, ну, для меня, я уже, типа, ну, не могу. Это, как, знаете, вот все. Не постримишь, там все, у тебя уже ломка начинается. Все, ну, капец. Все. Вот это вот так вот сейчас и у меня. Поэтому реально... Я благодарен каждому просто абсолютно из вас. Вообще всем. Просто то, что вы есть. Я очень надеюсь, очень буду верить. И... Не знаю, что в моих силах, я не Дед Мороз. Но и постараюсь сделать так, чтобы у вас все просто было кайфово в 24-м году. Чтобы у вас все сбылось. Все ваши желания, цели и планы. Чтобы вы просто кайфанули. Чтобы вы просто кайфовали, блин, и, ну, типа, никаких бед у вас там не было. Чтобы вы просто забыли про это все негативное. Чтобы только чисто лишь у вас был позитив. Все. Я просто вот этого вам желаю, чат, и все. Просто, типа, чтобы у вас все было классно. Просто кайфуйте. Просто будьте. Просто живите, чат. Спасибо реально всем вам огромное. Спасибо вам за лучшее, так сказать, время. В этом году мы уже с вами больше не встретимся. К сожалению. Поэтому, чат, реально... Спасибо вам реально за все. Просто за то, что вы есть, чат. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я буду в это верить. Да все у вас будет классно, потому что реально вы самые офигенные. Вообще. Самые офигенные, типа, поэтому у вас плохо не может быть. Этот год, следующий год будет, ну, для вас вообще просто максимально лучший. Все. До встречи в 24-м году, да, чат. Я надеюсь, что у нас все в 24-м году. Давай, просто, типа, верим, надеемся, ждем.
У нас все будет с вами отлично в следующем году. Просто. Мы все сделаем. Всего добьемся, чего мы хотели, чат. Реально. Просто 24-й год для нас вот это будет что-то новенькое. Что-то будет прекрасное, что-то доброе будет. Не будем мы с вами ни тильтовать, ничего. Просто будем кайфовать. Чатик. Все. Спасибо всем, кто присутствовал на стриме. Спасибо вам огромное. Все, все будет хорошо у нас, чат. Если мы все вместе, мы сильнее. А вместе у нас может получиться намного больше, чем по одному. Просто, да, просто вот остаемся вот так вот вместе, всегда рядом с друг другом. Кайфуем, чат. Потому что, типа, ну, я считаю то, что все, все именно с этого и начинается. И также, типа, у нас были конфликты, я... С кем у меня были конфликты, никаких сразу говорю, не обид, и вы не обижаетесь. Конфликты это такое, это фигня. Типа, ну, типа, это все фигня, типа, вы, ну... Мы всегда, типа, если, типа, человек достойный, мы всегда, типа, найдем момент, чтобы помириться. Все люди мирят, ну, типа, мирятся, ссорятся, мирятся, типа, это нормально, это наш мир. Если там с кем-то поссорились, типа, реально, просто возьмите, типа, блин, поговорите с человеком, помиритесь с ними, все, блин, нафиг этот Новый год, забудь, ой, в Новый год, говорю, нафиг этот год, который сейчас. Забудьте его, блин, весь негатив просто уберите весь негатив. Надейтесь просто на следующий год. В следующем году сделайте что-то для того, чтобы изменить свою жизнь. Все, чат, спасибо вам всем огромное, кто остается до конца со мной всегда. Огромное вам всем спасибо за то, что вы просто есть. Чатик, всех вас просто люблю, обожаю, обнимаю. Уже в следующем году мы с вами встретимся. Инфа будет всегда в Телеграме по КД. Давай, чат. На следующем стриме, короче, встретимся с вами. Давайте. Успехов вам в следующем новом году. В 2024 году. Чтоб все, чего вы хотели в этой жизни, все у вас было. Все. Ну и у меня тоже, конечно. Короче, чтобы у нас все то, что мы заходили в 24-м году, чтобы это у нас все было. И ваши цели, и мои цели, и наши цели. Чатик, все, давайте. Всем хорошо отметить. Сильно там не напивайтесь. Все, чатик, давайте. Все в Телеграме там будет, короче. Просто, типа, хорошо отметить вам Новый год. Кайфуйте, чат. Все, давайте. Всем пока. До 2024 года. Давайте, пока всем. Всех обнял. Так зря. Погибай без меня. Я ушел.